Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleep is. I got a queen, she lit me to evening. She ripe like a peach and she snapped me to snippet. I'm well overdue for that link up in person. Text me to fall through, it's murder, she wrote it. Still up with courage, you're doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush strokes. Cutthroat from the low low, where no love goes. Women buddy buddy like it's been dad. Wanna fuck me looking at the bill stack. Off the bubbly buddy, I've been stressed out. Let the smoke scream from my chest out. Niggas laced up, I really hate love. From a stranger, shit is fake stuff. Вот она. Спустя 3 года решили перейти на что-то новое. Расскажи, почему ты выбрал себе МР2, почему ты ушел с ОМА, и как ты думаешь, что тебе дадут более длинные перья? Я думаю, более длинные перья дадут больше баланса, но больше спокойствия на балансовых трюках, вот так можно назвать. Также более комфортно на больших пролетах. А так мне цвет очень не понравился. Если честно, главный момент был в этом. Life is lit, take a breath, that's it. Now it's wild, it's shit a trip. Life is litty, you shit a gift, bitch, I'm him. I don't really lack nothing, drip black fish, hit the splash button. Niggas landlocked, too bad. А крышки пока оставим старые, но через неделю уже переобуемся на новые. Не подъедут. Парковые покрышки достаточно уязвимые, но легкие при этом. Все говорят, что у них невозможно кататься стриту, но я уже сколько? Года 3 на них точно катаюсь. Стриту и все отлично, просто грани супер острые, перила. Обхожу стороной, и все работает. Стрит мы ставим железный хабгард, парк, чтобы выиграть весь, ставим пластиковый. Блин, мне так нравится цвет, правда? Вообще, блин, рыжий на рыжий. From the soil, trying to make it to the top floor. But the penthouse, pink gang, something that gets gross. No sleeping, been a task rabbit, been a lab at it. The chief of the tribe I put on for my village. Used to be local, I'm taking it low. Drop with the focus, she catching emotion. Ребят, все правильно вилку поставил? Как бы я прибавил на перьях немного и думаю укоротить здесь. Так пойдет? Hold it down when you talk to me. Say it is what it's supposed to be. Say it loud, but I mean it too, yeah. Talk that good when you talk to me. Say it nice and I give it to you. You know my word is bond, yeah. What we on now is wild, shit a trip, yeah. Life is lit, take a breath, that's it. Now it's wild, it's shit a trip. Не особо люблю собирать велик, и не всегда это умею, поэтому я все время прошу кого-то помочь. Что-то у него тоже не особо получается. Look what we built it, it feel like no ceiling, we taking it worldwide. Hold it down when you talk to me. Say it is what it's supposed to be. Say it loud, but I mean it too, yeah. Окей, рама МР2, Ростовка 2075, бомбический рыжий цвет, но тут без вариантов, мне кажется. Я подбирал раму под волосы, как бы Ростовки, задний треугольник, это все бла-бла-бла, но под волосы. Давай спереди назад пойдем, расскажи про переднее колесо для начала. Переднее колесо втулка Definitive, новая приехала от Shadow, взял ее попробовать. Ободат Trust, все те же на обоих колесах. Покрышки Serpent, легкие, отличные, с отличным накатом, все круто, меня полностью устраивает. Что еще? Вилка Shadow Odin с 25-м выбегом, тоже как бы уже проверенная временем, и поэтому просто решил ее обновить. Ну что, руль Raybar. По-моему, уже я не знаю, сколько в нем катаюсь. С того момента, как он вышел, не знаю, сколько времени, уже года 3-4 точно, и менять не собираюсь, и в этом не вижу смысла, потому что он прочный, ни один я не сломал, и идеально подходит под размеры ростовки. Вот
так далее. Как часто ты рули меняешь? Ну так, примерно. Ну, я думаю, вот это на самом деле важная штука. Их нужно точно менять раз в год. 100%. Потому что отломанный руль с большой высоты — это огромная опасность. Вынос Shadow Tremoni — тоже отличный вынос. Идеальный по размерам, подходит, держит, все круто, не ломается. Мне очень нравится, что он без всего. Ну, что он без каких-то бурбегазных штук. Да, идеально круто выглядит. Серого цвета взял, потому что не было черного. Ну, поэтому подберу дальше звезду в сером цвете, подсидел в сером цвете. Что касается сидений, это неизменимо. Сидение с Аброза Гуччи. Про модель Метрея, кстати, тоже и рамы. Все сзади у меня также остался Shadow Symbol втулка, Abada Shadow Trust. Ну, цепь, естественно, других цепей просто нет на BMX. Shadow Interlock V2. И шатуны Shadow Odin. Шатуны 165 размера. Мне более казались комфортнее, чем 175. Ты же года 3 назад, да, примерно перешел? Нет, буквально в прошлом году. В прошлом году не было 165-х штанов. Ага. И все мне говорили постоянно, что так удобнее, удобнее. Сильной разницы не заметишь, но удобнее. Ну, как бы, окей, поставил, да, реально. Наверное, удобнее. Как минимум легче. А, легче и прочнее. Исходя из того, что рычаг становится меньше, меньше вероятности, что с ними что-то случится. Звезда у тебя 28 зубов, скажи. Да, 28. А, у меня есть целая история про это. Мы катались, я когда-то ездил с Легато строить Simple Session, ну, пар для Simple Session, и мы поехали в Spot of Tallinn. И Вася Борисенко мне говорит, я катался там в пуловой части Spot of Tallinn, и он говорит, что ты, Тёма, крутишь, а у тебя скорости вообще нет, что за бред, у тебя какая звезда стоит, 25-я? Ну ты дебил, как можно на 25-й звезде кататься? Это же вообще полный бред. И с того момента, ну чего за херню несет? Думал, неудобно будет на трюке с фейками и так далее. А теперь я не писаю, как можно кататься на 25-й звезде. Это же почти ты на месте крутишь. Есть вообще мысли о 30-й. Почему нет? Это будет намного быстрее. Тем более, как оказалось, в нормальных парках, не которые у нас как бы есть, а вот то, что я съездил во Францию, я думаю, это вообще не помешает. В стриту я катаюсь на пэках Клад Веном 114-х. Они прочные, длинные. Отлично себя проявили. Когда катаюсь в парке, я переставляю на Peggy Shadow, который, с алюминиевым сердечником. С алюминиевым сердечником, который намного легче, потому что все-таки в парке влияет вес. Особенно, когда ты его снимаешь с колес. Слушай, ну по кайфу. В целом, пока еще не попробовал, не могу точно сказать, но я подергал здесь бонихопу, подел ванесси, сделал барспин, и в целом все отлично. Я думаю, буду сейчас прикатываться, будет круто. Но какая разница, по кайфу, не по кайфу, посмотрите, как выглядит. Как он выглядит вообще. То, что по кайфу, не по кайфу, это прикатаемся. Самое главное, чтобы ты смотрел глазами и тебе нравилось. Вот хочется кататься, да? Типа смотришь такой. Да, 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 да. И как мне скейтер Давид Газиев рассказал, вот я не могу кататься, когда ты смотришь вниз на доску, а у тебя штаны узкие, тебе не нравится. Надо, что смотришь вниз и видишь рэп. Видишь рэп. Вот здесь плюс-минус то же самое. Смотришь вниз на велик, понимаешь, вот он, едем. Добрались мы потестить велик в Черкизовскую плазу. В целом пока чувствуется все отлично. Just another sunny day in Southern California. It's where the people pay the pain. Let them transform you. Come and see what you've been missing. On a little slice of heaven. It's the only place we're living. Линию, то я думаю, я прикатался к велику, так что меня полностью устраивает. Идеально, чуть плавнее, так что полный кайф. Но как же он выглядит, ребята? Пулемет.